Керівництво «Нафтогазу» треба негайно змінити. У цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. На думку політика, керівників компанії більше хвилюють власні премії та зарплати, а не розвиток газовидобування у державі. До того ж, зараз «Нафтогаз» має накопичувати блакитне паливо у сховищах, щоб цього разу опалювальний сезон розпочався вчасно. Взагалі, зараз вона вже повинна закінчуватися. Потому что отопительный сезон через пару месяцев начинается фактически. И сейчас завершается накопление в хранилищах. То, что происходит в «Нафтогазе», это вообще не государственная политика. Это политика команды манипуляторов, политика МВФ, политика наблюдательного совета, состоящего из иностранцев. Кого угодно, только не государство. Поэтому у нас нет никаких иллюзий в отношении сегодняшнего руководства «Нефтегаза» о том, что они заботятся о росте добычи газа, о том, чтобы газ был доступен для людей. У них какие-то свои мысли бродят там, которые касаются увеличения премии себе или зарплат, а на людей им вообще-то, говоря бытовым языком, наплевать. Это самое плохое, и мы будем добиваться до того, чтобы руководство «Нефтегаза» было сменено в первоочередном порядке, потому что они принесли очень много проблем для страны.